Во вторник, 22 ноября, состоялся телефонный разговор президента Израиля Исаака Герцога с президентом Азербайджана Илхамом Алиевым. Беседа состоялась по инициативе Иерусалима. Исаак Герцог в своем твиттере написал, что поздравил президента Азербайджана с решением открыть посольство в Израиле. «Это большой шаг вперед для наших прекрасных связей с Азербайджаном, являющимся нашим большим другом», – написал Герцог. 18 ноября на заседании Милли Меджлиса были приняты законопроекты об учреждении посольства Азербайджанской Республики в государстве Израиль и об учреждении представительского офиса Азербайджана в Палестине. Комментируя эту новость, канцелярия премьер-министра Израиля отметила, что речь идет об историческом событии – открытии в Израиле первого посольства страны с преобладающим шиитским населением. Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле было принято на фоне восстановления дипломатических отношений между Турцией и Израилем и возвращения турецкого посла в еврейское государство.